Вот мы находимся как раз у пулеметного дзота, который находится возле этого памятника Камышлы. Три сектора обстрела. Бери сухие. Это снаряд. Без боеголовки, без взрывателя. А здесь положили конфетки. Ну, конфетки положили. Слушайте, ого, это ж сколько снарядом надо. Тяжеленные какие. Положи на место, где лежало. Да. Так. В апреле месяце я был в Камышлах и показывал состояние этого памятника. Я очень рад, что откликнулись на мой зов и провели реконструкцию восстановления памятника. Где нужно поштукатурили, где нужно подкрасили. И памятник теперь занял достойный вид свой.